Привет, друзья и подписчики моего канала. Вот сегодня решили снять еще видео. Приближается весна уже, можно сказать, пахнет весной. Появляются уже проталины, вон дорога просыхает. Поэтому пору позаботиться о будущем сезоне посадки огорода. Поэтому решили мы приобрести сегодня такое чудо. Вот приобрели мы такой себе агрегат. Опрыскиватель. Так как нужно будет обрабатывать сад. Яблони, груши, виноград, картошку, помидоры. Все вы прекрасно знаете, что приходится все это делать ручным опрыскивателем. Ну, решили мы, надоел уже нам ручной труд, решили себе немножко облегчить нашу, так сказать, жизнь и свой труд. Решили приобрести себе вот такой аппарат. Фирмы Чемпион. Ну, сейчас мы проведем сборку его. Скажу сразу, мы его в магазине проверяли, заводили, но то без всех этих прибамбасов, то есть мы его там не проверяли, как он распыляет, как что. Мы только завели двигатель, проверили работу двигателя. Сейчас соберем и проверим, как он будет в работе. Так, друзья, собрали мы наш опрыскиватель. Вот такой у нас получился. Залили воды, сейчас заведем, покажем в работе. Скажу сразу, с ним идут три насадки на сопло. То есть насадки распыляют это по-разному. Вот. Плюс здесь подача регулируется, 4 положения, то есть интенсивность разбрызгивания. Вот 4 положения. Вот. Плюс с ним идет еще вот детали. Они служат для того, что этим опрыскивателем можно рассыпать удобрения. Как гранулированное, так и порошковое. То есть машина многофункциональная. Поэтому мы заинтересовались такой и приобрели. Как я говорил вам, для обработки сада, винограда, огорода нашего. Так что сейчас будем заводить и показывать в действии. Ну, вот такой опрыскиватель. Посмотрели мы в работе, покуда довольны. Первое впечатление наше. Ну, что дальше, покажет сезон, когда подойдет, будет тепло. Когда он потребуется, мы покажем его уже полностью в работе. Но покуда я говорю, что мы довольны им. Так что, кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. До свидания.